Айо-айо, всем привет, с вами Стеймус Бро. Сегодня мы будем слушать тречок Мастидас Фицармик, не отпускай, свежий трек от пацанов. Тиксток есть, сразу проверим. Тиксток есть, замечательно, просто заценим, заценим трек, лирика. Погнали, погнали, без лишних слов, поехали. Пришла весна, и люди уже в море. И то, что погода стала ясною, до слез доволен. Меня прям капец как радует, что здесь я снова в форме. А то от фанатов слышу, мэн, ты что ли чем-то болен? Мадам, я не болен, просто был тут небольшой периодик. Здесь только такое слышу, фу, чувак, грёбаный критик. Вместо поддержки один смех и стоны, просто шторм. Но я откомбэчил в этой сказке грязных гиблых тон. Пока я наедине с самим собой. Так, по поводу куплета, мне понравилось, тут перебежки есть, это хорошо, это уже что-то новенькое, я не слышал в тех треках, или как-то слышал, но было незаметно, тут прикольно в куплетике перебежечки такие у Мастидаза, хорошо, мне нравится. Нормальный куплет по рифмам, тут ну, в форме нормально, нормально по рифмам, я рад, что... Рифмы тут прикольные. Ну, не такие прям хорошие, да, но получше, по крайней мере, чем в предыдущих треках, которые я слышал. Тут прям хорошо. По куплету, ну, что еще можно ответить? Хорошо зачитанный куплет. По тексту нормально. Не то, что, конечно, прям мне очень нравится, но... Вот, и то, что погода стала ясную, до слез довольна. Меня прям капец как радует, что здесь я снова в форме. Блин, хорошо, хорошо. Блин, классно. Хороший, хороший. Хороший куплетос. Блин, даже ничего, и не хочется как-то что-то говорить плохое, потому что, ну, видно, что нормальный вполне себе куплетос. Он, конечно, показался для меня что-то маленьким. Хотелось бы немножечко побольше. Ну ладно, окей, давайте перейдем к припеву. Хук, погнали. Тут небольшой периодик, здесь только такое слышу. Фу, чувак, грёбаный критик. Вместо поддержки один смех и стоны, просто шторм. Но я откомбэчил в этой сказке грязных гиблых тон. Пока я наедине с самим собой бывал. Вечерами с уделенной горько познавал. Эту тайну я раскрою всему миру, знай. Сокровенный смысл удержи в руках, не отпускай. Хорошо. Я наедине с самим собой бывал. Вечерами с уделенной горько познавал. Эту тайну я раскрою всему миру, знай. Сокровенный смысл удержи в руках, не отпускай. Блин, хорошо. А чё так хорошо-то, я не понял. Это меня радует вполне. Мне ещё понравилось тут нараспевочка. Эту тайну я раскрою всему миру, знай. Сокровенный смысл удержи в руках, не отпускай. Знай. Нет, нормально. Вообще нормально. И так ложится на бит хорошо. Блин, да вы меня удивляете, пацаны. Сейчас главное, чтобы Сармик ещё сделал либо лучше, либо на том же уровне. Потому что, ну, это круто. Есть, конечно, вайбы Мияги и Эндшпиля, но это почему и нет, многие так делают, тут ничего в этом такого нет, но звучит это достаточно свежо и круто, вот. Ну и биточек такой лиричный, хороший биточек, то есть нормальный, вот. А, тут у нас тут на биточек чей, ага, понял, хорошо. Так, второй куплет, значит, у нас Сармик, припев уже хорош. Еще, ох, сколько комментов. Нифига себе, сколько комментов. Молодцы. Сейчас почитаем еще комменты. А, возможно, тоже напишем коммент. Ну или просто как бы достаточно будет реакции. Слушаем Сармика. Нечто более чем преграда, но не для тебя. Помни, ты борец за правду. Не морозное ведь... Я немножко пропустил. Еще раз. Кровенный смысл удержи в руках, не отпускай.
успех нечто более чем преграда, но не для тебя. Помни, ты борись за правду. Не морозные ветра указали на пути. От планеты не уйдешь, не смотри, что позади. Мелькали мысли в моей голове. Снова просыпался с целью выдачёта. Ну вот чуть-чуть вот как бы, мы же все равно тут разбираем как бы немного, да, пути позади немножечко как-то не это, у Мастидаса такого нет, вот, это немножечко уж слух режет, еще раз заново. Чем преграда, но не для тебя. Помни, ты борись за правду. Не морозные ветра указали на пути. От планеты не уйдешь, не смотри, что позади. Мелькали мысли в моей голове. Хорошо. Снова просыпался с целью выдачёта в свет. Озабоченный нотами странник удивлялся вновь. С трепетом бежал от проблем, помогал мне Бог. Меланхолия, это меланхолия. Смотрим на мир, словно птицы в теплые края. Так согрей ты меня теми самыми кострами. Так просит сердце их давно, но тушат их ветрами. Увы, на заре весна пришла. Зима спела и ушла. Давно ночь покрыта мраком, что разгонят небеса. Короче, блин, очень крутой куплет. А, единственное, вот рифм «Пути позади», вот это мне не очень понравилось. А в целом, вот тут идет на спокойном, да, а потом поменяет флоу, начнет круто наваливать. Это очень круто, блин. А вот здесь вообще он тут спел замечательно так. И с видосик хороший, в принципе. Ну, конечно, можно и получше сделать, но там уж извините. Мне слух не режет, мне вот вообще нравится, честно. Прям вот этот трек достойный. Это достойный. Это вот, вот свежий трек, да, недавно вышел, 20 августа. Это достойно. Это очень хорошо. По качеству, по текстам, это лучше, чем было до этого. На голову получше, повыше. Мне, как мне кажется, это лучше. Не знаю, что посоветовать еще можно. Сейчас дослушаем еще прикольный припев от Мастидазы. И... Пока я наедине с самим собой бывал, вечерами с уделенной горько познавал. Эту тайну я раскрою всему миру, знаю. Сокровенный смысл удержи в руках, не отпускай. Пока я наедине с самим собой бывал, вечерами с уделенной горько. Всему миру знай. Сокровенный смысл удержи в руках, не отпускай. Ну, пацаны молодцы. Браво. Это хорошо. Это правда очень хорошо. Блин, тандем хороший. Это во-первых. Во-вторых, они звучат все как-то по-другому. Потому что, ну, с каждым разом друзья, наверное, говорят о том, что, ну, как бы это хорошо, 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 старайтесь, и будет еще лучше. Вот я тоже могу сказать, что если вы будете еще стараться, будет еще круче, но уже хорошо, уже хорошо. И единственный моментик это вот здесь, мне не понравился, но в целом очень хорошо. Это круто. Но по звучанию хорошо. То есть, тут не просто, да, монотонный трек какой-то, а тут еще и смена, тут вообще перебежки прикольные у Мастидаза, в куплете у Сармика тоже, тут и напевочки есть крутые. В целом, хороший трек. И комментов нормально так. Думаю, еще будет больше, потому что, ну, блин, трек действительно крутой. Хороший трек. Ему смело даже, наверное, поставить, если по оценочкам, то 5 из 5, потому что, ну, это круто. Я его потом обязательно еще раз переслушаю, потому что мне действительно понравилось. Замечаний нет. Что конкретно, единственный моментик не понравился, ну, и то он спорный достаточно, поэтому не особо можно на него обращать внимание. Хук прикольный, куплеты хороши, пацаны молодцы, браво, и я вам желаю, чтобы в дальнейшем у вас было еще круче, чтобы просто я сидел, вы заказывали треки, я сидел и просто офигевал от того, какие вы крутые. Как-то так, а с вами был Stamos Bro, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комменты, до встречи, пока!